Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Холод не будет вот таким уже окончательным. У нас еще не наступило, скажем так, основные холода. Это временное явление. На несколько дней с Балтийского моря подойдет антициклон, область высокого атмосферного давления. И температура будет повышаться где-то начиная, наверное, с 26 числа уже будет заметно теплее. Ну, по крайней мере, в южной половине области температура воздуха 26 и до конца месяца практически достаточно комфортная, вновь превысит норму. А в ближайшие дни, да, холодные, температура близкая к нулю, ноль, где-то минус небольшой, может быть, минус 1, плюс 3 градуса. И дневная температура на уровне 7-11 градусов.